кто-то есть в зале? Слышно? В зале кто-то есть? А я думал, никто не пришел с фонариками, что вы так тихо сидите. Меня слышно? Вы обратили внимание, что 21 век – это век нанотехнологий. Поэтому мы тоже включили оборудование, которое очень чутко реагирует на зрителей. И так получается, что когда никто тихо... Вот если хоть полминуты тишина, свет гаснет. Вот я проверяю оборудование. Не работает. Тишина. Тишина в зале. Так, и еще. Я так понял, если нет аплодисмента, все в зале выключаются. Вы поняли это уже, да? Так, а сейчас проверим, свет только тихо. Свет. Нет, не включай. А сейчас он реагирует еще на смех. Смеяться будем? А как будем смеяться? Засмеялись и свет в зале появился. Так, я проверил новую технологию, значит, вы поняли. Если нет смеха, аплодисментов, свет не работает. Но я думаю, на сегодняшнем спектакле свет вообще выключаться не будет. Потому что будет несмолкаемый смех и аплодисменты в зрительном зале. Потому что мы сегодня начинаем 5-й всемирный фестиваль клоунов. И я с большим удовольствием приглашаю на манеж для приветственного слова заместителя главы администрации города Екатеринбурга Михаил Никитович Матвеева. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Я вышел на этот замечательный манеж с тем, чтобы от имени вас, уважаемые жители города Екатеринбурга, уважаемые гости нашего города, поприветствовать участников фестиваля. А также хочу просто от имени администрации города всех нас поздравить с открытием замечательного события, которое называется 5-й всемирный фестиваль клоунов. Должен сказать, что проведение фестиваля стало доброй традицией. Он проходит уже в 5-й раз. И действительно, лучшие клоуны мира приехали к нам в Екатеринбург, чтобы подарить вам, нам, грандиозный праздник смеха. Вообще, клоунада и клоуны во всем мире очень признанный жанр циркового искусства. Клоуны во всем мире любимы, они являются любимцами всех манежей. И Екатеринбург не есть исключением. Городу Екатеринбургу выпала большая честь принимать этот фестиваль вот на протяжении уже последних 5 лет. И более того, наш зритель имеет возможность в течение буквально одного представления познакомиться с культурой, познакомиться с национальными, народными традициями многих стран мира. Вообще сегодня фестиваль стал замечательной визитной карточкой не только Екатеринбурга, но и Свердловской области, и Урала, и в целом России. Поэтому я хотел бы поблагодарить и сказать огромное спасибо российской государственной цирковой компании, нашему екатеринбургскому цирку, лично народному артисту и директору бессменному нашего цирка Анатолию Павловичу Марчевскому за этот прекрасный праздник. Хочу пожелать вам, уважаемые зрители, хорошего настроения, ярких впечатлений. Как можно больше смейтесь. Как известно, смех – это здоровье, и смех продлевает жизнь. Добро пожаловать в Екатеринбург, 5-й всемирный фестиваль клоунов. Всех с праздником! Спасибо! Спасибо, Михаил Ильич! Спасибо! Ну что, не будем обладать голубой ящик, вы готовы? Вы готовы? Ну тогда
Начинаем!